Я не хочу никого обижать из состава Центральной избирательной комиссии, но это мафия. Центральная избирательная комиссия – это мафия. Это люди, которые прекрасно знают свое ремесло, проявляют огромное мастерство и недюжинную находчивость в достижении поставленных перед ними результатов. И они прекрасно знают все ходы и выходы, и весь комплекс мер, шагов и движений для достижения поставленной цели. Вот, это мафия. Можно говорить в хорошем смысле слова, в плохом, но это банда. Точно так же, как мафия, любой такой орган. Любой орган мафия. Потому что они живут по своим внутренним правилам игры. У них они четко очерчены.